Всем привет, друзья! Вы находитесь на канале Inbox. И сегодня мы открываем новый набор. Ингардум Левиоса! Друзья, посмотрите, какой это огромный набор. Посмотрите, сколько тут много человечков. А какой ваш самый любимый персонаж? У меня профессор Квирл. Ну и, конечно же, Гермиона. А ваш какой? Оставляйте свой комментарий. Ну что ж, давайте открывать. Кстати, друзья, посмотрите. Тут можно купить два набора и соединить его в один большой. Я думаю, мы это сделаем. Так, тут скотч вот у нас. Ого, есть. Первый есть. Второй есть. И... Что-то у нас Хогвартс не хочет высыпаться. Вот, высыпался. Посмотрите, сколько тут много пакетиков. А второй, первый, третий, четвертый, пятый и шестой. Седьмой. И посмотрите, какая тут огромнейшая инструкция. Ну что ж, погнали собирать. Для начала надо открыть инструкцию. Наклеечки. Вот такие вот. И инструкцию. Посмотрите, подсуваю. Вот, посмотрите. Лодочка тут такая. О, штучка, чтобы детали отлепить. И человечки. Посмотрите, у Гэндальфа два выражения лица. Вот. И радостно там было. Дамблдора уже собрали. Пошлите дальше. Малфой. У него тоже два выражения лица. Слизерин. И палочка. Малфой. Дальше у нас идет Гермиона. У нее тоже два выражения лица. Палочка. И вот Гермиона. Ну и Гарри Поттер. У него тоже два выражения лица. И шрамик маленький. Собрали. Смотрите, вот такая вот у нас лодочка должна получиться. Оп. Фонарик в виде головы. Прикольно.
Вот у нас лодочка. Дальше идет жар-птица. Смотрите, вот эти квадраты они называют жар-птицей. А вот такая жар-птица мне попалась в лего-пакете Гарри Поттера. Ну что ж, погнали дальше. Посмотрите, друзья, мы собрали вот такое вот зеркало мечты. Оно показывает твои желания. Прям как настоящее. И с двух сторон оно вот такое вот. Ну что ж, погнали дальше. Итак, сейчас мы соберем змею. Давайте я соберу и покажу вам ее. Друзья, посмотрите, какая змея. Смотрите, она может вот так вот разгинаться и сгинаться. Выкручиваться вот так вот. Еще у нее пасть раскрывается и закрывается вот так вот. Ну что ж, погнали приступать к второму пакетику. Опа. Тут должен быть, смотрите, у нас вот такой вот холл. И для него нам понадобятся пластины. Вот такие вот пластины. Давайте я соберу и потом покажу, что у меня получилось. В общем, друзья, мы собрали основу замка. И вот тут у нас сидят учителя и Дамблдор. Вот такая вот тут столовая, типа. Каминчик тут. Ну и тут, наверное, будет продолжение наверх. Ну, все мы узнаем еще. Друзья, я так засобирался, что аж не заметил, что наступил следующий день. Ну, поехали открывать третий пакетик. Опля. Детали тут у нас куча. Посмотрите, кубок, друзья. Блин. Вот что у нас получилось из третьего пакетика. Посмотрите, окна тут такие, кубок. И вот тут окна. А также я забыла вам еще кое-что показать. Смотрите, вот такая вот жирафка. Ну что, давайте откроем уже четвертый пакетик. Окна. О, Хагрид. А наш Хогвартс уже растет. Посмотрите, какой он тут уже. С крыши хотя бы уже немного появилось. Камин достроился. Вот, смотри тут. Вот камин достроился. Ну, и давайте дособираем уже наш Хогвартс. Друзья, я дособирала уже набор, и сейчас я вам детальнее расскажу о нем. Очень прикольный набор. Смотрите, тут Лутрон с Гермионой. И их тут встречает Хагрид. И Хогвартс открывает для них свои ворота. Друзья, давайте же посмотрим, что внутри Хогвартса. На самом верху Хогвартса профессор Квиррел смотрит в зеркало желаний и мечтает о философском камне. Дальше Дамблдор разговаривает с миссис Гонагал. А тут под лестницей Малфой что-то задумал. А тут Сьюзан просто кушает булочки. Ну и призраки Хогвартса.
А на заднем дворе Хогвартса Гарри Поттер побеждает огромную змею. А сейчас я покажу вам все фишки Хогвартса. Смотрите, тут люстры вот так вот крутятся. И у каждого факультета есть свой флаг. Вот так вот они двигаются. Ёпля. Также я уже ранее показывала, что тут лестница двигается. И открываются, закрываются ворота. Также тут крыша вот так вот может немножко приоткрыться. И самое главное, тут можно достать зеркало и менять желание. Вот, тут их 4. И сейчас маленький бонус. Это фигурка Гарри Поттера. Это вторая часть. Ну что ж, давайте посмотрим, что мне попадется. Дай нож идти. Опля. Что это Гермиона, когда в кота превратилась, а это не она. Друзья, если вы знаете, кто это, то пишите в комментарии. Оп. Ну, а на этом на сегодня все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока!